Московской Олимпиады «Я профессионал». Мы рады вас приветствовать. Меня зовут Диана Тимуровна, я сотрудник Центра координации и проведения профессиональных чемпионатов и олимпиад в МГПУ. Сегодня мы продолжаем серию вебинаров, посвященных отборочным испытаниям. А сегодня мы говорим про направление классный руководитель. Важно отметить, что роль классного руководителя невозможно переоценить в жизни абсолютно каждого человека. Человек, который создает нам условия, комфортные для развития и проявления нашего потенциала. А более подробно про отборочные испытания в самой Олимпиаде вам расскажет сегодня Елена Викторовна Ушакова, кандидат психологических наук и директор Института специального образования и психологии в МГПУ. Елена Викторовна, вам слово. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я рада вас приветствовать в этом сезоне Олимпиады. Он уже 7-й сезон Олимпиады. Классный руководитель — это довольно-таки новое направление. И мы участвуем не с первого дня, да, Олимпиады. Мы участвуем у нас 4-й сейчас сезон Олимпиады. И я хочу сказать, это направление является одним из самых востребованных. И мне очень приятно, что многие хотят попробовать себя в Олимпиаде по направлению «Классный руководитель». Московский городской педагогический университет является вузом-организатором именно данного направления «Классный руководитель». И самое интересное, что, конечно же, все участники представляют разные направления образования. Да, это не обязательно педагоги. Здесь встречаются и ребята, которые учатся в других университетах, и конечно, они хотят себя попробовать в этой номинации, в этом направлении. Почему? Да потому что классный руководитель — это человек, который модерирует общение. Классный руководитель — это человек, который владеет громадной базой информации о детях, о социокультурном пространстве города, о взаимодействии с коллегами, о тех новых наработках, которые есть в рамках взаимодействия в педагогическом коллективе, в детском коллективе, в трудовом коллективе. Конечно же, классный руководитель — это тот лидер, который умеет повести за собой и организовать то необыкновенное, интересное движение в жизнь, которое позволяет раскрыться ресурсом многих наших школьников. Ну и, конечно, это классный руководитель — это, наверное, одна из самых актуальных тем сегодня и в образовании, которой придается большое значение, поэтому у нас есть и форум классных руководителей, на котором мы обсуждаем очень важные и значимые вопросы воспитания. И классный руководитель — это тот человек, который нас питает, давая основу для нашего возвышения над самим собой, да, давая основу для того, чтобы мы шли вперед. Когда мы говорим сегодня про отборочный этап, да, мы сегодня находимся на этапе отборочном, то мы с вами подразумеваем три даты, которые нам даны на платформе, да, для прохождения отборочного этапа, который реализуется через тестирование или через кейс-задания для магистрантов. И здесь надо отметить три важных даты, на которые вы должны обязательно обратить свое внимание и то время, которое вы должны отметить в своем календаре. Направление «Классный руководитель» проводит отборочный этап традиционно в три даты. Это среда, 24 ноября 2023 года с 11 до 20:00 по московскому времени. Обращаю ваше внимание на московское время. Да, мы, несомненно, корректируем, да, исходя из того региона, в котором мы живем. 29.11.2023 года с 12:00 до 21:00, опять по московскому времени, и 3 декабря 2023 года с 8 утра до 17:00. В это время вы можете выбрать себе ровно один час для того, чтобы пройти отборочный этап, пройти тестирование, пройти кейсовые задания, и вы можете, конечно, это сделать
делать в то время, когда вам удобно. Но самое главное, обеспечьте, пожалуйста, себе прохождение всех заданий с использованием компьютера, стационарного, устойчивой сети, чтобы случайно не вылететь во время испытаний и вот по такому недоразумению не пройти отборочный этап. Об этом я еще буду говорить много и много раз, обращать вас к сайту Олимпиады «Я профессионал», обращать вас к личному кабинету, потому что вся основная информация там очень хорошо представлена, доступна, структурирована, и вы можете получить в любой момент времени ответ на свой вопрос. Ну а мы движемся дальше, и мне бы очень хотелось вас немножечко погрузить в атмосферу истории происхождения данного направления. Классный руководитель, который действительно очень интересно, и этими историческими моментами, конечно, мы вдохновились и создали вот такое вот направление. Но что же это за история? Ну, начну с того, что в 2020 году в Москве был реализован большой курс переподготовки для учителей московских школ, который назывался «Психолог детского коллектива». Как раз-таки этот курс был направлен на то, чтобы еще больше погрузить каждого педагога в деятельность классного руководителя. Основной посыл был такой, что, конечно, классный руководитель — это тот человек, который находится больше всего времени с ребятами. Он знает про них действительно очень много. И, конечно, этот человек должен обладать высоким уровнем сформированности психологических компетенций. Вот отсюда сразу становится ясным, что в классном руководителе в этом направлении есть достаточно большой пул заданий, который охватывает знания психологии как общей, так и возрастной, так и специальной, потому что мы сегодня работаем с вами в инклюзивном пространстве, и, конечно же, среди наших воспитанников, наших обучающихся есть ребята с особыми образовательными потребностями, о которых мы должны обязательно знать. Тем более мы с вами помним, что в профстандарте педагога написано, что каждый педагог должен оказывать адресную помощь каждому ребенку. И, конечно, вопросы специальной психологии здесь тоже уместны и очень-очень занимают важное центральное значение. Ну что же, эта программа была реализована. Реализована она была при поддержке Департамента образования и науки города Москвы совместными усилиями Московского городского педагогического университета и городского психолого-педагогического центра Москвы. Это центральное городское учреждение, которое как раз-таки занимается вопросами организации обучения и помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении. Вот эти 270 академических часов по известным нам обстоятельствам были реализованы через дистанционный формат. И теперь становится ясно, почему наше направление точно так же реализуется в дистанционном формате. Мы стараемся сохранить те исторические корни и дать возможность каждому желающему, где бы он ни проживал, где бы он ни обучался, стать участником Олимпиады «Я профессионал» направления «Классный руководитель». Ну и, конечно, надо сказать, что эта программа была представлена пятью важными, значимыми модулями, которые обозначены на сайте. И эти модули точно так же нашли свое отражение в нашем направлении. И поэтому, в принципе, все наши задания, все наши тестовые вопросы, они как раз, так скажем, отражают вот эти модули. Ну, классный руководитель — это человек, который совершенно точно не может реализовать свою деятельность эффективно, если он не знает про современного ребенка, если он не знает про те вызовы, которые стоят перед современным ребенком, если он не знает особенности развития современного ребенка, особенности той социальной ситуации, в которой находится. И, конечно, этому посвящено достаточно
достаточно много вопросов в нашем испытании, в отборочном этапе. Конечно, мы говорим о том, что классный руководитель — это человек, который создает, проектирует комфортную и безопасную образовательную среду, которая связана и с погружением ребенка в широкое информационное пространство. И, конечно же, это среда школы, где находится ребенок, где он обучается и воспитывается. И, конечно, эта среда должна носить и развивающий, и воспитывающий потенциал. И это тоже очень-очень важно. Как создать эту среду? На эти вопросы точно так же вы отвечаете в тестировании. Управление взаимодействием ключевых участников образовательного процесса, ну и, собственно говоря, форматы и технологии работы с детским коллективом. Это та значимая часть, которая позволяет действительно найти те инструменты классному руководителю, которые максимально эффективно наладят дружелюбную среду, которые создают дружественную среду в школе, которые позволят преодолеть все трудности общения, в том числе и конфликты. И, конечно, мы здесь касаемся и тех форм взаимодействия, которые выходят и на медиацию. Ну и надо сказать, что очень важно, когда мы говорим про академическую и жизненную успешность обучающихся различных категорий, и обязательно в фокусе своего внимания держим, что в целом каждый ребенок должен быть успешен. А вот та деятельность, в которой ребенок реализует свою успешность, демонстрирует свою успешность, конечно же, она исходит из его талантов, способностей, интересов. И, конечно, это тоже является фокусом внимания для классного руководителя. Эти модули программы были реализованы среди всех наших участников, которые работали дистанционно в 36 командах под руководством экспертов в области психологии детского развития, психологии взаимодействия и, собственно говоря, классного руководства. И вы здесь наверняка увидите знакомые для вас лица и имена, чьи книги вы, несомненно, читали или где вы могли присутствовать на вебинарах этих экспертов. Ну и, собственно говоря, по результатам этой программы все наши слушатели разрабатывали проекты, которые в обязательном порядке отражали содержание программы, обязательно носили практико-ориентированный характер. И самое главное, что они должны были быть так подготовлены, чтобы с сентября 2020 года они могли быть внедрены в практику деятельности образовательной организации. Все эти концептуальные основы мы оставили и для нашего направления «Классный руководитель». Да, мы сегодня в базе уже имеем после программы 463 проекта, которые носили разные характер, и индивидуальный, и командный характер, и которые в большей части были внедрены в практику столичного образования. И самые интересные направления сейчас отражены на слайде, и вы также с ними могли бы познакомиться в информационном пространстве. Но и самое главное, что перед вами будет стоять ровно такая же цель, когда вы будете дальше участвовать в нашей Олимпиаде, пройдя отборочный этап. Но сегодня мы с вами говорим именно про отборочный этап, и пока забегать вперед, мне бы не хотелось. Партнерами нашей Олимпиады по направлению «Классный руководитель» являются, конечно же, традиционно городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы. Конечно же, мы не можем обойтись без ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы, и поэтому методическую поддержку нам оказывает и ассоциация. Конечно же, методическую помощь и поддержку нам оказывает вклад в будущее Сбербанка. И «Преодолейка» — это благотворительный фонд, который действительно руководствуется в своей деятельности организацией
условий для успеха каждого ребенка. Ну а наш соорганизатор и партнер – это Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Чернышевского. И надо сказать, что эти партнерские отношения у нас сохраняются на протяжении уже многих лет, и мы достаточно хорошо работаем в командах на всех этапах реализации Олимпиады. Ну а сегодня мы обязательно поговорим про тот этап, который для вас сейчас очень важен. Вы прошли самый важный этап, я считаю, это очень важный этап. Вы зарегистрировались, да, и 14 числа, 14 ноября завершилась ваша регистрация, и вы теперь становитесь полноценными такими участниками Олимпиады «Я профессионал». И первый этап, который вас ожидает, это отборочный этап, который состоится буквально так в ближайшее время, 24 ноября 2023 года, в эту пятницу вы уже с 11 до 20:00 по московскому времени сможете выбрать себе тот необходимый час, который вы посвятите именно прохождению тестовых заданий или прохождению решения кейсовых заданий. Это для участников, которые сегодня обучаются в магистратуре или на специалитете. Дальше, если вы не смогли организовать свое время 24 числа, вы можете организовать свое время 29 числа ровно на 1 час. Если все же не получилось 29, то тогда в выходной день вы можете спокойно сесть и выполнить те задания, которые необходимы. Таким образом, у вас есть очень широкий выбор, и вы обязательно, я надеюсь, найдете то время, которое вам будет удобно, когда вы сможете сосредоточиться на заданиях, тем более вы уже попробовали прохождение демо-версии, да, заданий, и я думаю, что они не вызвали у вас большого труда, но все же сориентировали на те результаты, которые вы можете получить, сориентировали в тематике. Дальше мы, конечно же, будем ждать объявления результатов отборочного этапа и объявления финалистов. И здесь я бы хотела сказать, что внимательно следите за информацией, которая расположена на сайте. И сегодня, пока там написано, дата уточняется, но мы все внимательно следим. Но она, естественно, будет опубликовано, и вы сразу сможете сориентироваться, когда же вы узнаете, вышли ли вы в финал. Ну а, собственно, дальше нас ждет финал, да, два трека в финале, индивидуальный и командный. Это очень интересные треки. Я считаю, что для нас это одна из находок, когда ребята из разных городов собираются на одной платформе. Мы чаще пользовались истории платформы Teams. Сегодня мы можем посмотреть уже и другие многочисленные ресурсы, да, и, собственно говоря, в команде мы собираемся и благополучно реализуем тот командный проект, и представляем его экспертам и получаем за это свои баллы. А параллельно мы работаем над своим индивидуальным проектом, который чуть позже вы точно так же защищаете перед группой экспертов. Это безумно интересные моменты. Это площадка для общения, когда вы расширяете свое общение, свои коммуникации, когда вы делитесь своими идеями и, собственно говоря, принимаете идеи других. Ну и дальше происходит проверка работ, и после проверки работ реализуются, да-да, те долгожданные минуты и часы, которые действительно для нас очень важны, когда мы с вами понимаем,
что вот уже будут объявлены победители, призеры, то есть подведены итоги Олимпиады. Традиционно это бывает в мае, и поэтому к маю ваши вот такие испытания, которые будут проходить в несколько этапов на направлении «Классный руководитель», действительно завершаются. Май — это весна, май — это новая жизнь, май — это новые ресурсы, и как раз в этом месяце вы, как правило, получаете все необходимые данные для того, чтобы оценить, да, свою ресурсность и почувствовать себя дальнейшим человеком, который может дальше нести в свою образовательную организацию, если вы выпустились, вот те интересные проекты. А если вы не выпустились, то дорабатывать и, собственно говоря, реализовывать их на практике. Какие же задания? Задания для бакалавров представлены в этом году 22 заданиями. Максимальное количество баллов, которые вы можете набрать, это 100 баллов. Вопросы все достаточно разнообразные, несмотря на то, что они разбиты по модулям. Вы увидите, что есть вопросы, которые предполагают выбор всего лишь одного правильного ответа. Есть вопросы, которые предполагают выбор нескольких правильных ответов. Есть вопросы, которые предполагают очень внимательное прочтение вопроса, потому что он обязательно содержит «не». А есть вопросы на соотнесение и кейсовые задания с закрытыми ответами. На что я хочу вас сориентировать? Очень внимательно читайте задания. Читайте и перечитывайте. У вас целый час работы на 22 вопроса. Это большое количество времени, которое позволит вам действительно вникнуть в суть вопроса и немножечко даже подискутировать с самим собой, чтобы выбрать правильный вариант ответа. Думайте, дерзайте, и у вас все получится. Для магистрантов мы подготовили 10 кейсов закрытого типа. И вы точно так же можете получить максимальное количество 100 баллов и таким образом стать финалистом Олимпиады «Я профессионал». Но тоже обращаю ваше внимание, очень внимательно читайте кейсовое задание. Оно действительно внутри очень часто содержит ответы на тот вопрос, который поставлен кейсовому заданию. И ваша внимательность определит и ваш успех в том числе. Хотелось бы обратить внимание на некоторые нюансы, которые вы должны обязательно учитывать, когда вы пополняете задания на онлайн-платформе. Но в первую очередь обратите внимание, что вы читаете вопрос, выбираете правильный ответ, да, вы его сохраняете, отправляете. И когда вы завершили тестирование, не забудьте, пожалуйста, его действительно завершить, нажав на соответствующую кнопку в правом верхнем углу, чтобы все ваши ответы были отправлены на проверку, чтобы вы дали старт проверки. Не забывайте про эти процедуры. Это очень важные процедуры. И поэтому, конечно же, нужно обязательно нажимать на все кнопочки, да, которые предполагают сохранение, переход к следующему вопросу, ну и, собственно говоря, завершение полностью процедуры. Еще раз вам напоминаю, какие тематические модули будут внесены в тестовые вопросы и в кейсовые задания. Это, наверное, вам поможет еще более глубоко познакомиться с этой проблематикой и вникнуть в суть вопроса. Также не забывайте, что в регламентах и спецификации обязательно написана та литература, да, даны те ссылки, которые помогут вам еще немножечко поштудировать какую-то информацию, в которой вы чувствуете, ну так скажем, свою, может быть, несостоятельность или есть определенные дефициты. Ну а, собственно говоря,
вы также можете обратиться вот к такому источнику, да, где действительно в онлайн-формате вы сможете послушать очень интересные лекции. И вам это будет интересно не только в рамках подготовки к тестированию, но и в дальнейшем, если вы станете финалистами подготовки к реализации коллективного проекта или своего индивидуального проекта. Еще раз обращаю ваше внимание. Отборочный этап — это онлайн-тестирование, которое предполагает автоматизированную проверку результатов. На финальном этапе мы работаем в команде, а также разрабатываем свой индивидуальный проект по результатам экспертизы командных решений и экспертизы индивидуального проекта. Вы точно так же получаете свои баллы, и дальше мы можем судить о том, кто вышел в качестве победителя в этом направлении. Олимпиада «Я профессионал», 7-й сезон, открыла двери для наших участников, студентов, которые обучаются на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры. И 24-29 ноября по московскому времени вы можете выделить ровно 1 час для того, чтобы пройти отборочный этап. 3 декабря, точно так же в воскресенье, если у вас не хватило возможностей или времени для того, чтобы пройти отборочный этап 24 и 29, вы точно так же можете приступить к выполнению заданий. Еще раз напоминаю, что не забывайте, пожалуйста, проходите, смотрите в свой личный кабинет информацию, которая размещена в личном кабинете. Она очень мотивирует и точно хорошо информирует про то, что происходит, да, в рамках Олимпиады. Ну и не забывайте заходить на сайт, QR-код у вас есть вот здесь, я думаю, что у вас этот сайт уже «Я профессионал» в закладках, да, чтобы смотреть за теми этапами и временем объявления финалистов, победителей. Мне кажется, для нас это будет очень-очень интересно. Что я вам желаю? Я вам желаю не бояться, дерзать, изучать, погружаться и наслаждаться и удивляться. Это правда очень интересно, потому что это жизнь, а это студенческая жизнь, которая позволяет нам показать свои личные достижения, а самое главное, за эти личные достижения получить различные бонусы и даже финансовые. Это тоже очень интересно. Спасибо за то, что вы были с нами. Я передаю слово Диане Тимуровне, которая дальше продолжит. Да, мы благодарим вас, Елена Викторовна, за то, что рассказали нам про отборочные испытания. Я напоминаю, что у участников есть доступ к чату. Некоторые вас поприветствовали, вот, и передали слова благодарности, но вопросов я там пока не видела. Если вдруг у участников возникнут вопросы, пожалуйста, напишите их в чат, либо на почту, мы вам ее покажем дальше. А пока я прошу вас зафиксировать QR-код на форму «Опросник» о сегодняшнем вебинаре. Для организаторов нам это очень важно. Просим вас уделить буквально минуту времени сейчас или там, сегодня днем, когда вам будет удобно, и ответить на несколько вопросов. Вот. А также хотелось бы показать вам нашу почту. Да, вы можете в любое время написать на нее, задать вопросы, может быть, у вас есть просьбы какие-то, уточнения. Мы с удовольствием вам на них ответим оперативно и объясним все. Вот. А на данный момент, Елена Викторовна, мы благодарим вас за уделенное время, что рассказали нам так тепло и подробно. Желаем вам хорошего дня и всем успехов в Олимпиаде. Спасибо большое. Я тоже желаю всем успехов и хорошего дня. Дерзайте. До новых встреч. Всего доброго.